Нарушение правил использования электроприборов – это причина объединила два последних пожара в Чебоксарах. В субботу вспыхнуло пламя в общежитии Государственного института культуры. За день до этого сгорели торговые точки на центральном рынке Чебоксар. Съемочные группы нашего телеканала оперативно прибыли на место происшествий и выяснили, что случилось и кто виноват. Милена Алексеева продолжит. Источник возгорания в Институте культуры находился на четвертом этаже. Пожарные потушили пламя за 8 минут. На момент происшествия в общежитии находились 40 студентов и преподавателей. Все были эвакуированы. Пострадала только одна комната, поэтому сейчас мы проветриваем. Пожарные сказали, что жильцы могут вернуться в свои комнаты буквально где-то через час, через два, когда все проветрится. Но мы подумали о том, что, конечно, лучше сейчас переселить всех, чтобы было спокойно, и ребята чувствовали себя в безопасности. Источник возгорания в общежитии устанавливается. Предварительной причиной пожара является нарушение правил эксплуатации электрических приборов. Пожарные машины прибыли своевременно. Конечно же, в общежитии сработала и пожарная сигнализация, и речевые оповещатели. Еще одно возгорание произошло 11 февраля на территории торгового комплекса «Центральный». 6 павильонов сгорели. Пожар тушили в течение 3 часов. Произошло все из-за обогревателя, предположительно. Либо из-за удлинителя, либо из-за самого обогревателя. То есть оставили на ночь включенным. Наш ущерб пока оценивается. Павильоны были под снос, честно говоря. А что касается арендаторов, то уточняем. Оба случая возгорания объединяет причина – неправильное использование электроприборов. Что это еще раз напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Милена Алексеева, Екатерина Никитко, Маргарита Мельникова, Павел Иритков, Георгий Кривошеин, Республика.